А ты откуда? Филиппины. Нифига себе. А там что, говорят по-русски? Ты был в Китае? Пока нет, но хочу. Там очень круто. Но для нас очень тяжело, потому что язык совсем не похож. А почему ты очень хорошо говоришь по-русски? Привет. Can you speak Chinese? Chinese? О, по-русски умеешь? По-русски, да. Ты Китай или русский? Я из Китая. Серьезно? Я живу в России. Да. Как это? Ты там родился? Как? Нет, я в Китае родилась, я здесь учусь. Ну, сейчас работаю уже. Здесь живу уже 10 лет. Сколько времени ты жила в Китае? В смысле, сколько времени жила в Китае? Да. Я чистая китаянка. 19 лет жила в Китае. 19? Чистая китаянка. Да, потом переехала сюда, можно Почему? Так сказать. Учишь? Ну, у меня здесь родственники, во-первых, тогда. Ну, мне надо было поступить в университет в Китае. Конкуренция большая была. Не удалось там поступить и поступила сюда, получается. А, как ты знаешь русский? Ну, здесь выучил. А, ты учил в школе? Нет, в школе не учила. Здесь сначала на подготовительном курсе, ну, чисто для изучения русского языка, здесь обучалась 2 года, получается. Потом поступила на бакалавриат, 4 года училась, потом магистратура, 2 года училась. Вот. Круто. Угу. А ты откуда? Филиппины. Нифига себе. А там что, говорят по-русски? Нет, мы говорим по-филиппински и по-английски. А откуда знаешь русский? Я учусь через приложение в телефоне. И практикую здесь, в тетрадетке. То есть онлайн-курс? Приложение в телефоне. Приложение? Самостоятельно? Да. И сам? А как? Как это? Ну, как это работает? Как ты выучил? Ты нормально говоришь? Ну, просто смотреть на приложение и... What? Читать. У тебя родной язык, филиппинский язык и... русский язык, они похожи? Нет. Совсем? Филиппинский язык, это похоже на испанский. На испанский. Но они похожи? Мало или более. Ну, похожи? Нет. Совсем? Наверное, произношение похоже. Ты живешь в Америке? Да. Ты английский знаешь? Да, я знаю английский. Вот, у меня тут есть английский учебник. Я хотела знать, вот этот зонтик, как по-английски правильно произносится? Я не знаю, что это такое зонтик. Амбажира. Что? Когда дождь на улице и зонт, понимаешь меня? Вот это umbrella? Да. Umbrella. Да, как это называют? Амбажира. Umbrella. Umbrella. Как? Umbrella. Амбажира. Ага. Что-то странно. Но я раньше учила английский. Забыла, и это слово что-то не могу произносить. Амбажира. Странно. Нужно слушать. Слушать? Да. Первый слушать, и потом сказать. Ну, конечно, понимаю, но у меня тут вокруг меня никто не говорит по-английски. Я вот недавно, позавчера скачала это приложение, много говорят по-английски, но я хотела чуть-чуть говорить хотя бы. Но я вспомнила некоторые слова, они спрашивают у меня, типа, what's your name, how old are you, что-то, ну, where are you from, what are you doing, вот это я все понимаю. Ну, я говорю, типа, I live... Не Russia, но как бы чуть-чуть еще говорил. Только очень медленно. Но я просто по вспоминанию, ну, как бы, раньше в школе учила английский. Mm-hmm. Вот. Сложно? Интересно. А нет, я, ну, не как прям сильно надо выучить английский, просто по приколу. Но хотя чуть-чуть, понятно. Ну, чтобы чуть-чуть говорить по-английски. Ну, как ты учил русский, это так же, как учить? Русский очень сложно для нас. Я чистая китаянка, у нас язык совсем не то. То есть нам еще тяжелее. Наверное, я могу сказать, мне тяжелее выучить русский, чем ты.
То есть ты, наверное, учишь русский. Тебе не так тяжело, но для нас очень тяжело, потому что язык совсем не похож. А почему ты очень хорошо говоришь по-русски? Я живу в России, потому что. А, понял. А ты хорошо говоришь по-английски? Да. Ну, потому что ты живешь в Америке. Понятно. Вот. Ты был в России? Пока нет. Ну, хочу. Ты, ну, да, где, где ты живешь? Я живу в город называется. А, рядом от Китая. Да, рядом с Китаем город. Ну, то есть здесь тоже недалеко от Японии, от Кореи Южной. То есть недалеко совсем. Почему ты живешь в России? Почему? Зачем? Во-первых, мой муж русский. Хотя мы познакомились 5 лет назад, можно так сказать. То есть я же уже, когда я только приехала в Россию, мы с ним еще не познакомились. Я приехала чисто на учебу. На учебу. Потом мы с ним познакомились, и я получила вид на жительство, понимаешь? Виза. Ну, это как... Ну, это не как гражданство, просто я могу жить в России без визы. Mm-hmm. В Америке тоже есть такое, как green card. Да, есть такое. Вот. Я получила вид на жительство, и здесь, типа, гражданство живу. Я работаю здесь. А, понятно. Круто. Mm-hmm. А ты здесь вот практикуешь английский, да? Ну, в это приложение? Да. Нет. Ну, я просто, через... Сейчас посмотрю. Через час у меня урок начнется. Я работаю учителем. Я просто хочу, ну, как привыкла, с людьми, ну, можно общаться, может, и английский поучить. Ага. Вот, нашла учебник. Ага. По приколу. Ты просто в приложении выучил русский, что ли? Да, просто в приложении. А что так просто? А почему так просто? Там бесплатно или платно? Есть бесплатно и есть тоже платно. Ну, ты хорошо говоришь. По учебнику учишь? Типа учебник там? Книга? Здесь только книга и аудио и видео. Книга, да, есть. Грамматика. Ну, это очень странно, потому что мы по учебнику тоже изучаем русский язык, но это очень мало помогает. Потому что вживую люди говорят по-разному совсем. То есть, допустим, в книге говорят, как дела, допустим, да, как дела в книге написано так. А люди говорят, чё кого, люди так говорят. Да. А ты говоришь нормально. Ну, у тебя там получается хороший учебник или как, не знаю. Ну, я много времени здесь в чат-рулетке сижу. А, ты здесь, в этой приложении сидишь, чтобы поговорить с русскоговорящими? Да. Ну да, там и Узбекистан, а Казахстан, много говорят по-русски, все говорят. Да. Да, интересно. Ты понимаешь английский? Нет, ну я учила английский, я раньше хорошо знала в школе, чисто для экзамена, понимаешь, то есть сдаю экзамен хорошо. А вот когда приехала в Россию, уже совсем прекращала изучать английский. Перестала. То есть не учила за 10 лет. Но некоторые слова, ну, я вспоминаю, могу вспоминать. И когда люди, ну, для знакомства, они говорят очень мало. What's your name? How are you? Это, ну, легкие слова, ну, конечно, понимаю. Но если ты говоришь по-английски с кем-то, я тут слушаю, ничего не понимаю абсолютно. Понятно. Вот. Ты учитель русский? Не-не-не. Или Китай? Учитель русского языка для китайцев. То есть у меня ученики китайцы. А-а-а. Если они хотят знать русский язык, я обучаю им. А если русские люди, они хотят знать китайский, я тоже могу преподавать китайский. Вот. Круто. Ага. Ну да. А чем занимаешься в Америке? Я фрилансер. Занимаюсь видеомонтажем. Брокер? Брокер? Что это? Блогер. А, ну, блогер. Блогер. Да. Ты брокер? Ага. А какие видео снимаешь? Чат-рулетки. Разговариваю с людьми. А, нормально. А у нас сейчас видосы будут в интернете? Если вы хотите, да, можно.
Давай, 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 нормально. Хорошо. Не против, я не против. Окей, хорошо. Как тебя зовут? Меня Джонни зовут. Меня Джонни зовут. Джонни, Джонни. Джонни. Джонни по-русски Женя получается, нет? Женя? Наверное, да. Наверное. У меня есть друг Женя, и мой муж его зовет Джонни. Я говорю, почему Джонни? Он говорит, Женя и Джонни одно и то же. Понятно. Вот. А как тебя зовут? Соня. Ну, английское имя тоже есть такое, типа София, да? Есть София. Такое имя. Ага. Ну, то есть, есть такое имя, да? Ну, да. В России тоже. То София, как это называется? Ласкатинговые. Нет, неправильно сказала. Ластинговые. Блин. Ласкательное. Раскательное имя. Ну, то есть, близкие люди... Меня, они зовут меня Соня. Соня, вот. Соня. Да. Угу. А кем работаешь твой муж? Работает. Он механик, понимаешь, механик. Ремонтирует машину. А, машина, машина. Машину ремонтирует. Он очень любит старые машины. Ремонтирует. Раньше работал в Toyota. Toyota, знаешь? Да-да-да. Фирма такая. Ага. Японские машины, да? Toyota, да. Раньше там работала, сейчас сам работает в гараже. А, круто. А ты сейчас в отеле? Нет, я дома. А-а-а. Я дома вот. Работаю. У тебя я красивый дом. Спасибо. А, работаешь в доме? Как это? В интернете? Да, я работаю дома. Сейчас покажу мой кабинет. Вот мой кабинет. Круто. Вот. Офис, офис. А? Офис, офис. Да, это комната чисто учитель, мой офис. Учитель, да? Учитель. Вот. Тут работаю онлайн, а тут иногда приходят ко мне. А, круто. Здесь. Угу. А ты там дома работаешь или в офисе? Да, дома работаю тоже. У тебя тут... У тебя тут не похоже на дом, кстати. Там что? Там делаешь это что? Это комната. Нет, там окно. Вот это окно, да, окно. Выглядит не похоже. Не похоже на окно. Да. Это мой офис. Вот это офис. Да-да-да-да-да. Дома работать это очень хорошо. За секунду уже все. С работы. Типа пошел на... Ой. С дома пошел на работу. Вот, я вот тут каждый день тут. Это моя спальня. Каждое утро просыпаюсь, и все, я пошла на работу. За 2 секунды. Пришла на работу. Ты был в Китае? Пока нет, но хочу. Там очень круто. Там очень круто. А-а-а. Сейчас везде очень современный. Очень современный. Я не была в Америке, но у меня знакомые, они говорят, что в Америке даже хуже, чем в Китае. То есть в Китае лучше. Да, очень да. Хорошо. Ага. Там везде дома красивые, да. Природа, и там этот стоимость товары, то есть очень дешево стоит. Да, да, да. Все дешево стоит, да. Вот. И вкусняшки, очень много вкусной еды. Там можно купить. Вот. А в России чисто, ну, знаешь, как сказать, я уже считаю себя не молодой, я уже здесь работаю столько лет, я же не могу сразу, ну, как бы вернуться в Китай и найти нормальную работу. В Китае очень большая конкуренция, вот. И поэтому я выбрала остаться в России, здесь жить. А у меня в России сейчас квартира, машина, ну, работа и так далее. Я уже не хочу вернуться в Китай. В России возможности больше. Могу здесь. Тут людей мало. В Китае людей много, знаешь? Много-много. Да, много. И конкуренция большая. А в России людей меньше, мало. А-а-а. Поэтому в России возможности больше. Понятно. Вот такая тема. Китайский язык я только знаю. Нихама, ши-ши. Ага, ши-ши. И все. И все. Ну, может, и что-нибудь, еда. Ты попробовала китайская кухня, китайская еда? Ага, да. Китайские места в Америке много? Да-да-да. Да. Там же этот блюдо, допустим, пельмени, знаешь, дамплинс. Ага, да-да-да. Это вот, из Китая? Да, ну, конечно, ага. Все из Китая.
Все. То, что видишь из Китая. Да, да.